Волейбол – одна из самых распространенных спортивных игр современности, главным преимущественным поводом которого является укрепление здоровья и поддержание хорошей физической формы. На базе физкультурного комплекса состоялась игра между командами из числа служащих муниципалитета. Как отметил один из участников спортивного состязания Гасан Уцалханов, возглавляющий отдел по инвестициям муниципального образования город Хасавюрт, подобного рода мероприятия сплачивают трудовые коллективы, что способствует успешной продуктивной работе. Призываем к этому, вот нашему первому, так сказать, нашему примеру, мы всех призываем, чтобы проводили тоже вот такие мероприятия во дворах и других предприятиях нашего города. Работники различных отделов и управлений в яркой, интересной и насыщенной игре показали все умения и мастерство владения мячом, как представители из числа любителей. По мнению начальника отдела торговли Абакара Базаева, такие спортивные мероприятия должны проводиться во всех организациях, учреждениях и ведомствах. И данный турнир является показательным примером для современной молодежи. Весь город уже желаю в любое время соревнований и спортсмен другой, чтобы заниматься и слушать родителей. Родители правильно будут поставить детей. И слушать учителей, которые учатся детей. Учителей второй папа, мама. Поэтому их тоже слушают. Команды условно были разделены по этажам. В ходе игры лучший результат показала команда четвертого этажа. Второе место завоевала команда первого этажа. И третьей стала команда третьего этажа. Аналогичные соревнования с участием работников муниципалитета проводятся на систематическом уровне, отметили организаторы. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».